Одного взгляда на величественные вершины пустыни Вадиран достаточно, чтобы понять, что перед нами открывается волшебное царство, требующее долгого и внимательного изучения. Самый привычный и быстрый для достижения цели транспорт – джип. По количеству машин можно себе представить, сколько народу посещает эту прекрасную достопримечательность Иордании, любуясь ее розовыми песками. Пустыня околдовывает своим неповторимым обликом неспроста. Ее ночной ландшафт в точности соответствует известному по фотографиям пейзажу Луны. Поэтому Вадиран часто называют «Лунной долиной». Некоторые пики монолитных скал Вадиран достигают 1750 метров в высоту. Своей неприступностью они привлекают опытных альпинистов. Если потрясающие по красоте пейзажи доступны даже с уровня долины, то можно только представить, какие волшебные виды открываются покорителям вершин. Пустыня Вадиран является естественным продолжением Аравийской пустыни. Когда-то в долине останавливались набатейские караваны, направляющиеся с юга в Сирию и к восточным берегам Средиземного моря. Здесь они пополняли запасы воды, а дорога в Петру занимала около 2 дня. Найденные археологами многочисленные древние поселения, разбросанные по территории пустыни, свидетельствуют о том, что люди здесь жили с доисторических времен, с 8 по 6 век до нашей эры. Иорданцы с большим уважением относятся к тому, что является национальным достоянием королевства. Единственно возможным путем к сохранению этой достопримечательности и одновременно к ее изучению стало создание здесь историко-природного заповедника. Работы по его освоению начались в 1994 году. Таким образом, была сохранена первозданная природа и создан туристический комплекс с современной инфраструктурой. Геологи полагают, что Вадиран является результатом большого разлома поверхности Земли, когда огромные куски гранита и известковые горы отламывались от афро-арабской гряды. Пустыня Вадиран – самая крупная долина Иордании и одна из самых необычных и красивых пустынь мира. Это цветок Аравийского полуострова. Пустыня сегодня, тысячелетия назад, была морем. Мир песка и камня, игра света и теней – подчеркивают изрезанные ветрами и столетиями причудливые контуры скал. Закаты в пустыне открывают ее романтическую душу, совершенную по красоте и бесконечную во времени –